В Екатеринбурге в 16-этажке на улице не по сезону 8 марта опера из отдела по контролю за оборотом наркотиков городского ОМВД хлопнули с поличным 54-летнего изысканного наркобарыгу, у которого помимо всей прочей наркоотравы полицейские в холодильнике отыскали белый порошок, который при ближайшем рассмотрении оказался, прикиньте, кокаином массой 50 граммов. А кокаин – это дорогая элитная наркота, которую далеко не на каждой наркооперации встретишь. Здесь вот сбоку у нас, значит, находятся еще пакетики с веществом белого цвета порошкообразного. Вот здесь вот получается, и вот здесь вот еще на нижней полочке приготовлено. Помимо 50 граммов кокаина, опера нашли в адресе 73 грамма гашиша и 155 граммов марихуаны. Папиросочки тут у него сразу для того, чтобы, значит, употреблять. Вот здесь вот он еще на кухонном столе, значит, сразу разделал. Вот это вот папироска. Да, вот это вот все готовое. Вот, значит, здесь у нас вот еще на столе, значит, разделанное лежит, сразу приготовленное. Вот ножичек он разделал. Значит, далее у нас холодильники, так называемые кошки. Здесь еще пакет. Вот. Внизу еще. Значит, в самом холодильнике на нижней полке у нас еще 4 контейнера получается. И вот здесь вот еще спрессованный. Понятно, что 54-летний, ранее уже сидевший за наркохранение клиент, стал настаивать на том, что все это исключительно для него, а не для продажи. Дескать, это не сбыт, это всего лишь хранение. Но силовики не поверили, что живой человек, тем более такой потрепанный жизнью за 54 года, может самолично в одну харю сожрать 280 граммов наркоты. И впаяли ему 228-ю прим, часть четвертую через 30-ю. То есть покушение на наркосбыт в крупном размере, и отправили его из самоизоляции в сизоляцию. Возбуждено уголовное дело за покушение за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Судимый, по каким статьям? 228. Часть? Первое. Все, больше ни по каким статьям не судим. За что были сегодня задержаны сотрудниками полиции? Они сейчас поднимутся. На него браслет надел. Предполагаете? Предполагаю. За что? За хранение. То есть, которые наркотические вещества, которые находятся в квартире, вам принадлежат? Да. Я понял. То есть, вину свою не отрицаете? Я да, они сейчас не отработают, потом за следующим. Все понятно.